На выставке МВК-2019 дебютирует бюджетный смартфон LG K12+, похожий на Nokia 9 PureView. Компания LG представит на выставке не только флагманские модели LG G8 FinQ и V50 FinQ 5G, но и несколько смартфонов попроще. Среди них окажется и K12+, подробностями о котором делится источник. Первое, что хочется отметить, что по исполнению фронтальной панели LG K12+, соответствует флагману Nokia, Nokia 9 PureView. Но тут дело, конечно же, не в модели LG, у нее как раз рамки экрана общепринятые для моделей начального уровня. А вот в Nokia почему-то не стали избавляться от рамок экрана и делать смартфон еще меньше, что не характерно для флагмана. Но факт остается фактом, судя по опубликованным рендерам, обе эти модели похожи. По характеристикам LG K12+, конечно же, никакой не флагман. Аппарат построен на соусе MediaTek Mount 6762, имеет 3 ГБ оперативной памяти и экран разрешением 1440 на 720 пикселей. В качестве ОС будет использоваться, скорее всего, Android 8.1.